пожалуйста. Я вот первое, что хотел бы отметить, ты провел замечательный анализ. Для меня лично волшебным образом из земли что-то получается, потому что объяснишь, конечно. Мы же не видим дискрет хорошего. Там они сразу раз появился, вот да. Потом, например, такого нерядового, глубокого, всем интересного человека, как я. В этом есть какая-то такая, знаешь, вот какая-то сакральность, это какое-то таинство, какое-то вот доска подходит, какое-то вот.